Когда война закончилась, мы увидели в туннеле свет. Мы думали, все, мы уже на выходе находимся. Но оказалось, все оказалось намного проще. Туннель удлинился, и мы закрыли. Все, мы не видим света. Так и живем сегодня. Без надежды, без ничего. И у меня ребенок поступает сейчас на этот университет. На международный хочет поступить. Я отговариваю ее, я говорю, не поступай. Потому что посмотри, что происходит. Она говорит, нет, я хочу. Всю страну, все 30 лет никто не вкладывался в тех людей, кто завтра станет инженером, президентом, министром того или иного направления. Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Никто из тех, которые выбираются, идут куда сами не знают. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери? Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу душой. Вернитесь, хватит уже. На вас это не похоже. Вы были совсем другой человек. Сколько семей я знаю. Помочь надо, поднять надо. Скажите, за 2 года, где вы успешны? Я вам слово даю, я встану и в этом, где вы успешны, вам буду поддерживать. Где вы за 2,5 года или там за 2 с лишним года, где вы были успешны? В каком направлении? Каких, значит, я не знаю, в экономике, политике, во внутренней политике? Вы людей объединили, вы там экономическое благо нам создали. Я не знаю, пенсии повысить, зарплат. Что, где вы успешны, скажите, пожалуйста. Мы электроэнергию не, что имели, решились. Бензин у нас повысился, понятно, это скачок, но везде спустилось, у нас не спускается. Иди домой, это самое лучшее для людей, что можно сделать. Я понимаю, все понимаю, есть корпоративные интересы, есть обязательства, есть разные. Но для народа... Я в отставку или нет, это не тебе решать. Мы не можем решить все проблемы разом и быстро. Мы такого не бывает. 30 лет прошло, никто не решает наши подозрения. Потому что не было проблемы. Все проблемы решить не можем. С одной начните. С какой? Вот с бензина. Мы не можем это решить самостоятельно. Зачем? Не можем. Почему на всем постсоветском пространстве самый дорогой бензин в Абхазии? Это не так. Это так.